eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что ж, всех еще раз приветствуем, тех, кто смотрит трансляцию SLTV Star Series, с вами, да, у тебя только левое ухо слышно, не переживай, вот с нами Ангел, он будет нам помогать комментировать. Привет. Всем привет, он сейчас настраивает компьютер, мы смотреть будем матч Fnatic Ninja в пижамах, как в принципе и обещалось, поможет нам Ангел разобраться в этом. Что ты думаешь по поводу того, что карты нюк, вот поведай сразу, наверное, эту историю великолепную. Ну, интересный выбор, на самом деле. Мне кажется, у Непов здесь преимущество, они хорошо играют нюк. Ну да, вот Панда, например, считает, что подписали Fnatic себе смертный приговор, когда не убрали эту карту. Сейчас нельзя ничего говорить. Нюк сейчас немножко дисбалансная карта. За КТ, если взяться, то можно и за атаку уже парочку всего остаться. Так, я смотрю, тут ты уже доту ставишь, короче. Нет, слушай. Наоборот, я остановил. Остановил? Загрузку. Молодец. А в доту играешь часто? Вообще не играю. Вообще не, только в КС вообще играешь? Да. Ну что, как последние дни вообще тренировок и вот поражение на Frogbite Masters, как восприняли? Ну, не обрадовались, конечно, но... Так, сейчас я тебе быстро помогу. Так, паспорт. Так, все правильно, и тебе нужно ввести вот это вот сейчас сюда, чтобы мы могли понимать, что как происходит. Копируем IP-адрес, Ангел заходит, собственно говоря, и начинаем сразу. Ну, матч обещает быть зрелищным. Ну, тихо шифером шурша, мы заходим не спеша. Все, ну что ж, у нас уже здесь боевые рестарты. Ну и давайте, наверное, смотреть. Переключаться, кстати, сейчас прочекаем переключение. Ну вот, как видим, у Ангела здесь небольшая есть техническая трудность, но она связана опять-таки с компьютером. Не самый мощный, видимо. Ну да, не самый мощный получился. Ну что ж, так, сайдпик или мы все пропустили? Ножи, ножи. Ножи, ножи, будут ножи на улице. Ну давайте посмотрим, кто же все-таки возьмет найфраунд. Шансы у той и другой команды на самом деле нормальные, я считаю, с учетом дисбалансности. А вот по игровому классу, мне кажется, что все-таки они будут здесь чутка посильнее. Что ты, как ты думаешь? Ну непонятно, сейчас Непы не в самой своей лучшей форме. Ну, кстати, так же и про Fnatic можно сказать, поэтому сложно судить. А как ты считаешь, что такие команды, как Fnatic, Nip на Frogbite Masters просто сыграли никак? В том числе, кстати, и вы. И в топ попала команда Dignitas, французы, которые просто... Ну, они уже просто тупо, по-моему, хотели что-то выиграть в этом году, потому что самый главный турнир они... И то не вышло. Да, и то не вышли. Вы вышли, но вам тоже дальше не поздоровилось. Не, ну, на этом турнире Nipov мы в лазерах выбили. Может, они бы дальше и дошли бы там далеко. Так, ну вот я игру не видел, но судя по разговорам об этом матче, вы там выглядели весьма уверенными. Ну, не, да, я думаю, что да. Раз выиграли, значит, неплохо выглядели. Так, пистик. Пистики, пистики. Давай тогда, наверное, я включу все-таки твой экран сразу, чтобы ты нам рассказывал. Набор Укзиста, видимо, аркада рампы. Так, ну слушай, сразу две флешки. Что-то жестко они здесь решили так быстро сыграть. Fnatic решают принимать. Райберг. Ну, по-моему, просто здесь Devil Волк уже никуда не уйти, соответственно, они решили его защищать. В итоге, смотри, он живет до последнего. До одного. GV уже готов принимать низ. Ну, ты посмотри, они не знают о том, что GV на вилке, если они попробуют сейчас сыграть на нижний плент, будет это ошибкой огромной. Фифларен, ну, Фифларен, как обычно, со второго раза видит GV и один на один. Да, все за гидрайтом. Так, ну и можно смотреть, наверное, 2 плюс 1. Давай, ты будешь смотреть за гидрайтом. Нет, я буду смотреть за гидрайтом, ты будешь смотреть за GV и... Ну, как видим, вот такая вот ситуация возникает. О, GV не подозревает, что Гидрайт плент. И ого-го! И это печально для него заканчивается. Очень печально. Ну, и первый пистолетный раунд уходит команде NiP. Ну, на самом деле,
встречу шведов очень сложно предугадать. Тут все зависит от того, кто возьмет вот эти вот самые важные клатчи. Ну, то так... есть, видишь, аркада рампу, замес, 2-1. Угу. Вот по поводу твоей фразы, да, шведов нельзя предугадать. Вот я тебя спрошу, ты-то был на Дримхаке, да, и все мог видеть своими глазами. Победа команды Fnatic на Дримхаке для тебя вообще, как она выглядела? Вот ты наблюдал за матчем, я надеюсь, наблюдал. Или у вас уже была стадия... Стадия с горя, пора по 50. Ну, откровенно говоря, мне казалось, что Fnatic тогда перлись. То есть, действительно, то есть, ну, когда я говорю перлись, я имею в виду, что они показывали такой уровень игры, который вряд ли они вообще когда-либо после этого покажут. Думаешь? Да. То есть, там JV просто уничтожал все и вся с этим авиком, поджимал куда, везде, куда можно и куда нельзя. Так, вот сейчас Форест здесь просто читает игру на улице от плюша прострелом, заставляет его выйти на красный, добивает 2-0. Хитер Форест. Хитер, как ни крути. Ну что ж, Fnatic, что будут делать? 3-4, 3-1. Можно фомасики в руки взять, но не будут, наверное, рисковать парни. Нет, понимаю, что не та команда, которую легко переиграть с пистолетами. Но, тем не менее, иногда есть такой процент везения, что вот... Ну, укрепят, а и туда пойдут не быстро. Хотя, не, они туда быстро не пойдут. Не, ну, откровенно говоря, вот мы стали в последнее время практиковать бай с пистолетами. Ну, арморы, гранаты во втором раунде. И мнение такое, что этот раунд, ну, скупаться нельзя во втором, если у тебя нет какой-то идеи, какой-то задумки на раунд. Просто скупать пистики, гранаты и расходиться по точкам, это не особо перспективно. А что, у вас вообще много задумок есть на такие раунды? Потому что именно пистики являются, по-моему, вашей ультой, так сказать, в команде. Ну, реально, вы не берете первый девайсный, наберете какой-нибудь там эко, переламливаете игру вообще посередине всего процесса. И иногда даже за счет этого выигрываете матчи очень важные. Да, вот с Нави игру, мне кажется, очень сильно зарешал взятый нами бай во втором. А Нави, как по-твоему, вот сегодня вы их обыграли, вообще в форме они находятся? В боевой? Мне кажется, они в каком-то диссонансе сейчас находятся. После поражения такого на EMS очень сложно отойти быстро. Ну да, они вот достаточно долго, по-моему, готовились, может быть, ну не все, но готовились, это однозначно, с группы. Конечно, 3 недели будет кемп, а приезд и не выход с группы, это не тот результат, который Нави хотят добиться, мне кажется. Конечно, тем более то, что у них, на них, вот все от них ждали выступления в Катовице намного лучше. Во-первых, они отыграли просто безупречно StarLadder. Как бы до этого, да? Сыграли, по-моему, очень уверенно. То, что там проиграли полякам, оно понятно. Да, все боялись польскую команду, предписывали Нави какую-то жесть, но не зашло. Обратите внимание, JV с магом. Он на нюке за дефенс играет в основном с этим оружием. Я обратил внимание. Очень интересно, как он его реализует. Мы вообще смотрим то, что ты показываешь, и рассчитываем на твою ультра-показывалку. Поэтому тебе надо сейчас включить вот этот скилл. Нипы стараются напрячь рампу сейчас вдвоем. Играют без улицы фактически. По-моему, да, они, выход они собираются, по-моему, шифрованно играют. Да-да-да, всей бандой. Дэйви Лок играет на верочку, уходит. Так, ну что ж, занимаются рампы, и, собственно говоря, они сейчас будут пытаться первыми атаковать. Пробивают нижний плент. Да, низ тут дымят длинный, мед короткий. Так, Дэйви Лок. Так, Фифларен вообще как-то сейчас неуверенно сыграл против Дэйви Лока. Фрайберг занял длинный. И тут же ошибается Дэйви Лок. Прихват инициативы. Экзист один в пленте. Детрайт Экзист. Ну, тут... Экзист должен давать 2 фрага. Ну, тут, по-моему, у Fnatic... Нет, у Fnatic, по-моему, здесь все очень схвачено. Они сейчас просто могут прочать. Не, все с длинного. Один заходит, Экзист минус. Ой-ой-ой, взрывают Гидрайта, ну и даже 2 фрагов не было. Ну, конечно, вот с хаешкой в Гидрайта здесь чутка повезло, но что поделать. Хорошо сделали Нипы, прошли рампу, заняли низ, поставили бомбу, но... Контролировали Fnatic длинный полностью и задний возле труб, который. Поэтому удержать планет не удалось. Давай расскажи хоть что-то веселое. Не знаю, как вообще вот сейчас буткемп у вас, как тренировки ваши проводите? Ну отлично, тренируемся с 3 до 3, можно сказать, каждый день. Когда наконец-то вы уже здесь будете в пятером, когда кучера мы сможем лицезреть? Расскажи об этом. По идее он выезжает завтра и в среду уже будет здесь. Опять агрессивная игра типов. На рампах. Гидрайт занял близ. Так, слушай, смотри, Гидрайт, по-моему, будет делать выпад. Да-да-да. Готов выходить и простреливает Дэйви Лока, не давая ему отойти на вилку. Фрайберг в этот момент убирает флюшу, и по улице также есть проход у команды. Но это сплит вниз. Пронокс убивает улицу и... Пронокс не дал сделать. Ай-яй-яй, смотри-ка. Живи, мне интересно, что будет делать своим дробовиком. Мне интересно, что сейчас будет делать именно... Да-да-да-да-да-да. Нет, смотри, он у него... Он спалился, его слышали? 2 длинные и Живи сзади.
Хотя, посмотри, на JV особо сильно в нем. Вот, все, гидрайт. Увидел. JV, отличный минус. И, в общем-то, остается. Интересно, как он разыграет этот. Ну, я думаю, его просто сейчас Фнатик найдет. Хаешка есть, хаешка есть. Разобьют, скорее всего, короткий. Нет, кинули две дополнительные. Вот это провал. Ну, его просто решили здесь прострелить. И JV. Слушай, жестко. Жестко сыграл сейчас JV. Да? Молодец. На втором стрейфе Xist мог совершенно спокойно перехватить его и убить дефьюзера, но... Ну, вот эти, видишь, что идут размены, размены, и все заканчивается, в конце концов, каким-то клатчем, который предугадать результат этого клатча очень сложно. В этом игра всех шведов. Да, но так было вообще вроде всегда. Я вот, знаешь, вспоминаю 2007 далекий год, команду SK Gaming, команду LakBlank и отборочные на ВЦГ. Когда там на овертаймах играли Трейн, там, как же его, Снайдан, старина Снайдан, вытаскивал из-под вагона, там по 3-4 минуса делал на закрытом, ситуациях 4 в 2. Ну, вот. Нипы решают пройти все-таки улицу. Смотри, JV решил зайти на 0, так, набрил, набрил гидрайта, запнулся в дверь. Тем не менее, вроде бы живой остался. И все нормально. И вот почему-то никто не стал ловить. Странно, Фифларен там был. А бомба-то, кстати, будет у Фифларена. Короче, не поиграет в тупик, по-моему, сейчас. Сейчас еще Флюша здесь залетит. Ну, ошибся Флюша, от этого, в принципе, суть-то не поменялась. Они, как бы, Фнатик в чистом преимуществе. Два уже внизу в трубах будут принимать длинные. Фифларен, какой-то давай-ка. Как ты считаешь, Фифларена когда-нибудь уберут из команды или нет? Ну, если честно, мне кажется, когда-то уберут. Когда-то уберут. Да, но раз они не убирают, значит, не считают это нужным. Ну, Гидрайт в интервью говорил, что он проделывает очень много работы в плане тактики. Да, тактики, да, в плане, да, построения и стратегии. Им виднее. Ну да, я видел, как, в принципе, вы вот тут недавно Мираж свой готовили. Весьма интересное, забавное занятие. Наблюдать за этим. Наблюдать, да. Шифровать скучно, скучно. Ну, шифровать, конечно, да, но наблюдать, на самом деле, интересно, как вы прорабатываете вот выходы по моментам, особенно что касается коннектора. Которые сегодня почему-то вы в пистолетке, заходя, не стали занимать стенки. Вот это было весело. Не, мы стали, просто у нас небольшая несостыковочка с Лешкой. Ну, тут 1-3. Фифларен с 2 хп. Фи-фи. Фи-фи. Фи. Давай болеть, может, даст хедшот. Да как бы не застоит. Это, конечно, какой там хедшот? Какой там хедшот? Там просто, по-моему, стоп. Ну, Фифларен. Перед вами на экранах прямо сейчас. Ну, это какая-то жесть. И что у нас? $1000, да? Да, $1000 и... Ну, пистолет, правильно, решают закупиться. Фифлара на пистолет. Ни горячо, ни холодно, похоже, не делает. Так, ну зато посмотри, у Фрайберга есть АКМ. Вот Фрайберга пока еще в этой игре мы здесь не видели. Что-то он как-то пока 3 на 4 идет. Но улицу уже пробивал. Смотри, Нип снова втроем атакует через улицу, оставляет... Так, Гидрайт их будет, по-моему, прикрывать или что? Нет, Гидрайт хотел в скрипе сыграть. Карта солгала. И проход по улице. Флюша слышит длинный. Все, Флюша двоих услышал точно. Дал инфу, ждет Гзист. Смотри, смотри. Эх, нашил Гзиста, все-таки заметил и... Но тот был с пистолетом. Ладно, 3 девайса остается, 2 девайса остается. Хорошо попал. Форест. Ну, Форест сейчас услышал туннель. Вау. Ну, тут начинается, конечно, дискотека. Форест. Слушай, Форест сдаваться сейчас не будет. Х2 сделал. Ну, будет дальше давить Линдберг, наверное, а бомбу у Devil Волка, все. Ну, у него еще первый армор вообще не самая лучшая затея для игры против кольтов. Вообще странно, зачем они решили закупиться, когда легче было, по-моему, просто слить, пробежаться. Может, позиции какие-то попалить. А зачем им гранаты, что? Видишь, они раунды какие-то делают. Вышли 3 раза на рампы на размен. Ну, 3 раза сдохли. Опа, не докинул. Слабенькая ручка. Слабенькая ручка. Это просто жесть. Ну, Форест что, потеть будет сейчас, как бы, и... На 300% отыгрывает Фнатик, отдают бомбу, контролирует верхний плент, а нижний собирается выбивать труп. Ну, 10 секунд, 7 секунд. Он, если только и успеет, то поставить бомбу, и все. Ну да, тут Фнатик уже просто стояли на слуху и все слышали, что он туда пришел и взял этот пакет. 4-3, смотрим экономику команды НИП там. Ну, там эко. Там эко, и пока, наверное, вряд ли. Эта шведская команда будет пытаться что-то демонстрировать жесткое. Так, смотри, у Гидрайта на первом респауне есть 2 флешки. Мне кажется, что сейчас они попробуют выйти ап. Быстренько пойти. Пузом дверь, я думаю, даст 2 флешки в окно. Или рампу. Тут всего 2 варианта. А, проходит под дверь. Мешает. О, смотри, Гидрайт сейчас должен какую-то фишечную, да,
Смотри, целится по точке. Стрейф и флеш. Прикольная тема. Devil Волк белый, Пронокс тоже. Фиф минус Devil Волк. Хорошая граната от Пронокса, но он все равно из-под маяка просто здесь не справился. Ситуации. Так, поджимает Живи, делает минус в нуле. И Фнатик, в принципе, сейчас поменялись позициями с командой НИП, а бомба ставится снизу. Вот это, ну вот это какая-то, я не знаю, крутится карусель. Уже неплохо, уже неплохо. Уже неплохо, да. И при том, что еще НИП оставляют сейчас за собой. Вот был бы у них девайс, конечно, было бы попроще. А так там сейчас будет дым, дефьюз, и один дефузит, остальные прикрывают. Что-то вроде этого. При том, что посмотри, они как задымили, интересно. Да, так и есть. Ну и все. Убили дефузер, а тут манцы, манцы. В общем, сладкая парочка остается на точке. Нужен Форест. Форест выходит, но поздно. Пошел пистолет, размен, флюша. Ой-ой-ой. Какой раунд. Просто жесть. Ниндзя в пижамах. Просто сейчас показали мастер-класс на пистолет. Мне кажется, они сами расстроились, что задымили короткий. Дали человеку стрелять. Ну да, да. Потому что он... Эх. Вот надо было дефузить просто и сразу прикрывать. Они пока танцевали, потеряли на этом просто время. Ну, не смогли собраться сразу. Бывает. Бывает такое. Не знали, куда смотреть. Ну что ж, девятый раунд нам покажет, кто круче и у кого упадет экономика. Хотя, глядя на экономику... Быстро улицу собирается проходить. Так, снова шифра дыма от Фрайберга. И... Да, только они, смотри, они не играют теперь втроем, они играют вдвоем по улице. Скала Форест не может запрыгнуть уже третий раз. Четвертый раз. Ну... Что-то с Патриком не то. Так, пятый с пятого раза. Ну, с пятого раза уже хотя бы, да. Нечетное тоже сойдет. Ну, его два тиммейта, просто понимаешь, он должен был, как я понял, прикрывать тиммейтом всю дорогу до нижнего, а сейчас это он там уже... Ну, до этого он в крысу играл на скале. Он поджим рампы, радио флэш, Пронокс играет агрессивно. Так, посмотри, Фрайберг пошел. Прошел нижний. Не справился Фифларен. Такое ощущение, что ты болеешь за Фифларена. Я переживаю за него. Очень сильно. Нет, не очень, но... А как вообще смотрел выпуски вот про команду НИП, там, знаешь, на Ютубе сейчас? Бомбанул у всех, когда пошли эти выпуски со шведского национального ТВ. Про команду НИП как, смотрел, не смотрел? Да, пару серий смотрел. Это все снималось, потому что все были уверены, что они возьмут DreamHack. Ну, я думаю, что это все снималось, потому что они популярны там в Швеции, а возьмут, не возьмут. Ну, я думаю, было бы неплохо взять, и фильму бы это прибавило. Конечно. Так, Гидрайт ставит бомбу под дым, минус от Фрайберга есть. Живи сейчас пытается переломить исход этого раунда, влетает с длинного и сразу же закрывает Гидрайта. Все, плент упал, тиммейты добили, все справились, дефьюз бомбы, все спокойно. 5-4. Когда Фнатик контролирует длинный, они берут раунд спокойно, без там каких-либо проблем. Да, а как только на эко даже НИПы заняли длинный, заняли трубы, сразу проблемы. Большие, судя по всему. Вот сейчас тут труп не было, длинные сбили, да, и все сложилось, как сложилось. Так, ну не побежали куда-то, так, Зиз забыл бомбу, забрал. Гидрайт опять с первым спауном, и, по-моему, он хочет сейчас, нет, не будет рашить. GV все еще с дробовиком. Слушай, мне кажется, что сейчас будет та же самая флешка от Гидрайта, потому что он уже готов. Да. Выход рампа, а тут двое, Пронокс на засаде. Кстати, эта флеш должна его слепить. Давай посмотрим. ХЕшка, там 80 хп в сумме. Нет, Пронокс. Он отвернулся? Он не отвернулся, она взорвалась вот прямо у него за стенкой слева. Ну и в итоге вышли не в белых игроков. 3-2, тем не менее, размен благодаря Форесту. И НИП наступают на опасные позиции. Могут пройти в нижний, но не спешат. Зиз длинным. Это может зарешать. Но если Зиз здесь убьет Живи, в итоге Живи уходит с двери. И вау, вот это лул, смотри, что как играет GV. Как играет Гзиз скорее. Ну, GV вообще четко ушел в контроле, прям вовремя Форест подлавливает Шнайдер, 6-4. Ой-ой-ой, ну надо было здесь убивать. Вот если... Конечно, в спину можно и убить. Тут даже не то, что в спину, тут ты видел, он на него выходит, Гзиз зажимает, тот остается красным. Контрол и вот этой вот... С пистолета как-то, рачки-рачки. Да-да-да, просто жесть. Два раунда разницы, Фнатик впереди. Ну, вообще, какой вот твой прогноз на первую половину? Мне кажется, что 8-7 здесь вполне бы могло быть, но... Нет, 10-5 в лучшем случае для НИПов. Ну, вот я тоже сейчас так чувствую. Вот, но вторая половина может быть сыграна в камбэк. По-моему, это вполне спокойно. Так, GV вообще сейчас на опыте, на классе зашел в скрипт. Все, прочекал, еще и минус сделал. Ну, и Фнатик собирает, в принципе, сейчас всю халяву на улице. Не позволяют
С собой так обходиться все, кроме Фореста, который явно недоволен. Форест там вычисляет что-то. Ох, как он упал сейчас, конечно, неприятно. 7-4, 3 раунда разница. Знаешь, я смотрю на то, как моделька падает со скалы, спина никогда не ломается. Это какая-то подозрительная скала, на самом деле. Или очень крепкие спины. Или очень крепкие спины у моделек, да. Ну что ж, 12-й раунд, 7-4, НИП делают бай, у них есть, так, раз, два, три, ну, короче, все закуплены. Все идут по улице? И да, походу, это будет именно так. И Гидрайт будет готовить флешку на, или что он хочет сделать? Ой, хороший фраг от Фифи. Смотри-ка. Флюша, флюша, чекните за красным. Есть. Тут еще и флешка на от Гидрайт такая залетела себе. Натик. Здесь вышел. И 1-2. Ну, это был фаст 3-2 сплит с пристройкой. Ну смотри, Дэви Волк на маяке знает то, что один на точке ищет бомбу, второй от двери, но тем не менее. Ну смотри, по размену на самом деле Фнатик почти взяли раунд, но вот то, что с улицы у них не срослось. Очень это... удачно Непы заркадили, ну решили делать быстрый раунд 3 с пристройки, 2 дом, когда Фнатики играли 3 улицы. Получается, что 2 быстрых фрага там за красным и мейн убили, ну разменяли Фнатиков, а челлендж на внешний так и не успел добежать, чтобы помочь. Так, ну смотри, снова Фрайберг готовит дымулю. Опять, наверное, пойдут вдвоем или втроем туда. Так, Форест прыгает. Ну, это тот же раунд, как я понял. Нет, какой же тот? А, нет, Форест снизу. Фейк. Не, ну тот же раунд, который типа... Фейк улица. Сейчас Гзист раскидает рампу. Да, вот он раскидывает, дал флеш рампу. Форест в этот момент и атакует. И мейн заходит. Заходит мейн, знает, что GV под ближний. А Флюша даже... Флюша поздно раздупляется, но, тем не менее, выходит в контратаку, минусует Фореста, видит в плинте бомб керри, падает Фрайберг, 2 в 2. Но остался Гидрайт. Гидрайт вообще яд. Так, ловит флэш. Хаев мейн. Ну, по ХП вообще 50 на 50. Но вот мне интересно, знают они, что каналку придется Гидрайт ловить? Такие раунды должен щелкать, как орешки. Интересно. Гзи ждет с инсайда. Фейк. Так, ну смотри, тут вот сейчас, если на маяк залезет Флюша, а Флюша, по-моему, готов к этому. Ставится бомба. Гзи это контролит, убивает. Ну и все, остается Дэвил Волк. У него тут выбора нет, влетает. Вот эта агрессия. И не простреливает Гидрайта, когда можно было добить. А он не знал, он не знал. Эх, оппозиция-то такая вот. Прямо хочется прострелить этот деревянный ящик, но не хватило чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. 7-6. Ну смотри, даже на 10-5 здесь не вышло. Вот на 8-7, скорее всего, попробуют не пусть здесь сдавить. Вообще, еще один раунд, если сейчас берут, то у Fnatic не будет экономики. Это 7-7 и, возможно, 8-7. Да, это дикие размены. Просто если начинают, вот первый фраг, и в следующие 15 секунд происходит еще 6 фрагов, точно. Полная жесть. Но зато шведы играют красиво, этого не отменишь. Так, JV на уровне просто сейчас гидрайт на стрейфе зачекал. Халявный фраг для Фореста. Вот JV. Видишь, Пронокс вышел, запер, еще минус с двери. Фрайбер, как же так? Суют свой нос во все щели. И ничего не получилось. Ну и все, я остался к Зис с Фифларном. Два героя сегодняшнего матча, которые пока себя еще не проявили на полную. В этой половине, по крайней мере. Ой, Флюша обидно промахивается. Ну, со второго раза такое он уже не отдаст и забивает к Зиста. Ну что, потащит Фифлар на 1 в 4? Если сейчас префайром трубу убьет, то я его как минимум зауважаю. Но если он потом еще троих префайром убьет. Выползи, да, выползи в голову. А! Мог. Ну реально мог же. Ну что, я звоню Фифларну и говорю ему, что ты его не уважаешь. Не, почему? Я бы его еще больше зауважил. А, еще больше. Так, ну давай смотреть. Сейчас будет стараться. Фифларн играет в какой-то вообще... Вот это префайры. Обратите внимание, как Фнатик на верочку отыгрывает каждую игровую ситуацию. Да, при том, что они красиво вдвоем ушли с винтов, просто тупо стали ждать. Сверху, да. Красавчики. Не оставляют никаких шансов. Красавчики. Ну тут еще у них раунд был, знаешь, такой 50 на 50. Если бы они его отдавали, то это было бы 8-7 в пользу НИП, потому что пришлось бы делать эко. Да. Сейчас уже этого нету, и эко как раз таки у НИП, поэтому 9-6 это вполне себе комфортный счет и для Фнатик, и для НИПов, я думаю, тоже, потому что 6 в атаке тоже классно. 4 в атаке уже хорошо, а тут еще и 6 получилось. Так, ну и играют антифлюша. Флюша сел у нас в ангаре. И вот смотри, сейчас Пронок законтрит улицу. Хоп. Ну да, совсем нет денег у НИПов. Ну все, я осталось. Должен сейчас собирать. А, еще и молотов. Да, тут вообще... Ой-ой-ой, там такой пожар сейчас.
Ну все, тут уже ничего не сделать, все сгорают просто, все падают, ну и это... Лютая смерть. 9-6 первая половина. Достаточно интересно. Что будет дальше, пока непонятно. Кстати, не забываем, друзья, что следующий матч, который мы будем смотреть, это матч команды Na'Vi против команды Клан Мистик, которые сегодня уже играли на ESEA Лиге. Я не знаю, ты игру эту не смотрел? Нет, мы тренировались. С кем тренируетесь, кстати, сейчас в последнее время? Вот? Да со всеми. С кем? Кто тренируется в то же время, что и мы? Ну, с теми тренируемся. Ну, с кем? С Непами тренитесь? Мне, кстати, в последнее время с Непами нет. С Натик? С Натик. Играли, может, дня три назад. Дня три. А из французских команд с кем вообще любите тренироваться, кроме Титанов, если вы с ними играете вообще? Блин, я тут задумался, я даже не знаю, с кем мы тренируемся. Мы тренируемся с Дигнитас, там, с Virtus.pro. Ну, с Дигнитас, Дигнитас вы уже натренировались перед Катовице. Ну, молодцы, это да. Да, это фейл был знатный. С Virtus.pro тренируемся, тренируемся с Мим. Что, кстати, думаешь по поводу того, что, вот, например, команда Титан, выходя с нижней сетки, отомстила полякам на фрагбайте? Просто по жести. Ну, с кэшем, если... С кэшем все понятно, но вот как они такой дедаст показали сильный? Ну, Шокси просто перся, мне кажется. Ну, Шокси, да, Шокси там где сделал... Просто, по-моему, сам сделал половину игры. Шокси там такой. Оставалось только подобивать красных, если они оставались после Шокси. Так, ну что, первый пистолетный, и команда Fnatic, по-моему, делает то же самое. 5 арморов. Это выход, 3 рампа и 2 улицы под окна. Ну, там только один почему-то на улице, и выходит в четвером рамп. Но они как НИП играют, только без флешек. И 2 по улице должны проходить сейчас. Ой-ой-ой, как же сейчас Адам Файберг съел. В итоге давят к Зиста, в нышке минусуют. Fnatic, что творят? Просто 3 игроков хватило. Ну, понимаешь, то, что тут даже сплита не получилось, даже по улице. Не... Повезло. Тут еще и Пронокс. Тут дают просто НИПы, ответ 2 в 2, жесть. Ютрайт, какие фраги. Так, смотри на Фореста, который идет забивать. Фифларен попадает по Шнейдеру. Как? Вот за счет индивидуального скилла и очень жестких фрагов. А ты видел вот этот вот фейл? Здесь вот где-то Пронокс находится, вот он стоит. Он падает к Гидрайту просто в спину, тот повернулся. Ну, и этот не попал ни одной пули, это же жесть. Гидрайт, наверное, сейчас очень сильно удивился. Почему ты меня не убил, брат? 9-7. Фларен дал намного жестче фраг, по-моему, внизу, когда с рампы выходил. Он, наверное, сам тоже не ожидал этого. Да. В любом случае. Он смотрел в район трубы, одну на скидку дал вниз. Какой-то 100 хп мучил как раз. Не-не-не, там ассист был. Там был ассист, вроде. Второго, да, а первого. Ну что, 9-7, 2 раунда разницы. Fnatic бегут быстро там на рамп. Под флеш. JV, по-моему, будет первый выходить. Хорошая флешка, только что-то... Слушай, он подвис прямо перед этой флешкой. Такое ощущение, что выходить не собирался. Ну, для НИП это... Для НИП это просто даже... Это как камень в огород. Они просто такое убивают. И без потерь играют против Эка. Вот сейчас... Камень в огород? Ну да. Ну вот камень в огород залетает. Толку от него, что он залетел в огород. Ну вот он лежит и лежит у тебя в огороде. Ну попал там в грядку, да? Он же там так и останется. Я, ну, думал, вот... я думал другой смысл этого выражения. Ну ты не буквально подумал. Ну да. Выражение это популярное, но вот если буквально задуматься, то типа что тебе с этого будет? Тем не менее, что, Fnatic покупает при счете 9-8. Так, Гидрайт будет смотреть, по-моему, улицу, Фрайберка, Фларен, а Форест, Рамп, Гзис тоже. Через скалу играет Fnatic. Вот это вот уже интересно. Подсадку, походу, на внешнюю собирается делать. Неужели будут до маяка идти? Ну, это слышит, слышит все это Гидрайт. Да, Гидрайт уже просто ждет. Видит тень, выходит. Ой-ой, повезло. Очень повезло сейчас. Ну, здесь уже Fnatic не будут делать то, что задумали. Им нужно уже думать, что тут... Отнюдь, отнюдь. Как раз... Как раз могут делать. Только вот... Да, запрыгнул. Пронокс, но не убил за черным. За да, красным. Форс совершенно... Ну, ты можешь называть его черный. У нас он в трансляциях тоже как черный иногда проходит. Потому что вы его так называете. И еще у команд нескольких... Надо же как-то различать. Ну да, еще у команд нескольких такое же название. Ну что, 4 в 4, Шнейдер страдает, JV тоже страдает. Вот как бы ждем сейчас от флюши включения, убьет длинный или нет, непонятно. Гидрайт тут хорошо стоит, то есть как раз когда да, флюша выйдет на него. Ну флюша начал чекать сразу. Там приходится чекать слева, да, если правильно стоят, на тебя всегда боком выходит. Шнайдер, JV, красные. Ну и тут уже, по-моему, понятно, чем закончится. Ну, может быть, Фифларен даже сделает сейчас свои самые лучшие минус 2 и принесет девайс на раунд своей команде. Он решает почему-то пошить рампу. Ну, слава богу, хоть так добил. То бывает. Хорошо, что красный.
Ну да, хорошо, что красные остались. Ну вот не посравняли счет, сбили экономику команде Fnatic, и сейчас, по-моему, будет серия раундов за ними, я так считаю. Ну ты знаешь, взять, сколько это, штуки 4-5 девайсных, чтобы выиграть Fnatic, унипов за атаку. Все очень призрачно. Очень. Не, ну, НИП защиту вряд ли отдадут. Я просто помню, вот знаешь, мне кажется, что команда НИП в интернете играет немного по-другому, не так, как на лане. Да, они играют более раскованно. Как-то на лане у них вот очень все жестко получается, а тут они себе позволяют какие-то непонятные вещи. Вот, например, когда только CSGO появился, вы еще тогда играли за организацию Virtus.pro, они даже в матчах с вами себе такого не позволяли, как сейчас против некоторых команд. Тогда выкладывались на максимум, здесь тоже... Ой, гидрайт, сейчас такая граната будет просто. Эх, красавчик. Красавчик, а вот Фнатиком здесь не зачет. Явно просто в пятером. Они, грубо говоря, оказались в пятером и забили на гидрайта, который стоит напротив них. Это весело. 10-9, раунд преимущества за НИП и попытка команды Фнатик в очередной раз сыграть закупочный. Пройдет, не пройдет, сейчас узнаем. Мне почему-то кажется, что НИП уже вряд ли хоть один отдадут. Так, ну что, Фнатик через улицу начинает действовать. Так, попытка подсадки, JV. Попытка подсадки, а JV залез на скалу, закрыл. Быстренько гидрайт, он остался с 14 хп. В этот момент Пронексу не удалось просочиться в вентиль. Вот непонятно, зачем он там заходил. Или он должен был маяк убивать, либо вентиль. Как ты думаешь? Я думаю, что он должен был убивать над домом и над домом. Тем в том, что он вышел, его тупо закрыла будка, и на лохе еще остался стоять Фрайберг. Да. Не поиграют в своем стиле, улицу смотрят. Далека, о, еще и тимкил. Тут еще и Флюша, и Форест спокойно подобрал Флюшу, остается Дэвил Волк. Ну и ему сейчас, кроме как дьявольской походки, показать-то особо нечего. 11-9. Ну все, у них, по-моему, все замечательно уже до конца, наверное, этого матча будет. Смотри на экономику, там 12-7-2, 4-9. Да, Фнатикам, чтобы сломать им экономику, надо 3-4 девайсных выигрывать. Смотри, решают волевушечку сделать? Ну, а что уже остается? Ну, один слив можно сделать и так, потом а это уже 12-9, а так у тебя каждый раунд плохой бай. Шанс взять, типа, плохой бай и с гранатами. В такой ситуации одинаково. Что без АВП играют НИПы. Так, посмотри, закидали аплент. Ну, Фифларн готов принимать, на лохах стоит. Ой, там вторая волна раскидки. Пронок с крыши будет сейчас кидать. Фрайбер дал инфу, что могут быть в трубах, и теперь они опасаются этого. А Фнатики собираются второй волной выходить на... А два уже внизу. Так, вот это уже интересно. Фрайберг белый. Ну и вот тут вот могут Фнатик ломать. Спокойно, да. Все, Фифларен тоже не справился. Шнейдер разорвал аплент просто в мясо. Валбэнг с рампов через железяку. Ну, в общем, не угадали здесь НИП. Вот в инфе Фрайберге сыграли. Накосал немного JV. Форест там нормально зашел. Он еще и по Шнейдеру попал этим прострелом. Прям в линию. Флешка. И все, Форест... Не сыграл с девятки. Гидрайт, наверное, пойдет на сейф вместе с Гистом. Ну, попробует на отходе поубивать. Оу-оу-оу. Вот это гидрайта сейчас посадили, конечно. Ну, вот сейчас выгодно не пам убить пару девайсов. Но... Не выходит. 10-11. Натик продолжает борьбу. Но здесь они обманули просто команду. Не-не, очень-очень крутой раунд. Мне понравился. Я думаю, что надо будет нашифровать и нам так. Качественный. Они сделали вид, что запускают чела в трубы. Из-за этого НИПам пришлось сместиться вниз в длинный. Я посмотрел только два игрока. Мы это видели. И под вторую закидку, под флешки они вышли и пятером их убили. Даже без размена. Вот, наверное, минус просто... Вот если бы, например... А если бы кто-то с рампов вот сместился бы вниз, чекнул винты, он бы дал, наверное, по-любому инфу, что никого нет на нижнем. А он там был. Просто многие команды паузу делают. Перед тем, как начинать действовать внизу. О, Гзист! А вот это уже было по демочке. По демочке, мне кажется, Гзист сработал. Но... Смотри, как Форест встал вот это, да, посередине, прямо в этих сортирах. Закрыл спокойненько JV. 3 в 4. Гзист должен принимать рампу сейчас. Рампы принимают Гзиста и... Так, ну тут еще пытаются валбенжить жестко. Фореста простреливает Шнейдер. Давай отойти на нижний плен. 2 в 3. 2 в 3. Все на Фрайберге сейчас. Потому что с ним остался Фифларн. Ну, у него жесткая стрельба. Потому что прям Фифларн списал. Смотри, что Фифларн минус 3 сделает на аплэнте. Не, ну да, надо девятку принимать. Фифларн, надо принимать девятку. Уж девятку-то точно, наверное. Ну, залез, давай. Сегодня не день Фифларна, как ты понимаешь. Тяжело.
Так, Фрайберг, ну, Фрайберг, давай, работай за друга. Слушай, Фрайберг, как Супермен, Фифларен тоже попытался также добить девятку, и 12 кп в итоге осталось. Тут еще дверь не взорвана, открыл дверь. Ну, вообще, отлично. Но эту бомбу уже в любом случае проигрывает, и... Дэвил Волк должен... Опачки, опачо, опа-па. Флешка 9. Ну, без смока здесь ничего не сделать просто будет. Куда же ты прицел опускаешь? Так читалось, что будет ловить во время дефуза Флюша. 11-11. Ну, там выбора другого не было у Флюша. Флюша, кстати, тоже был там 28 кп всего. Так что, если была бы граната, наверное, это был бы... Это, наверное, было бы лучший трипл-килл в клатч-раунде в истории карьеры Фифларена. Ну, вот последний хороший бай у... Непол, кстати, обратите внимание, все играют со старыми кольтами. Хм. Они любят зажимать. Вообще тут с Мариком говорил по поводу этого кольта. Марик говорит тоже, что вот начал брать такой, а не с глушителем, и такой он офигенный. Так, Флюша плотно опять зарядил по улице. JV, по-моему, слишком раскрепощенно сыграл. Мне кажется, это может стоить им очень дорого. Так, Флюш с Форестом сейчас очень тоже так поступил, знаешь, нагло. Как Форест такой не попал, я не знаю, но явно. И Форест, посмотри, Форест остается на позиции. Он дает инфу, то, что Фнатик отходит по улице, и длинного не будет, и скорее всего... Нет, такой инфу не дает. Думаешь? У них есть предположение, что они могут пройти под окна. Видишь, Гзис на хелпе чекает спину. Угу. И два держат ап. Потому что Форест хорошая позиция, чтобы потом, даже если пойдут вниз, разыграть из длинного. Ну вот он ап, собственно говоря. Ой-ой-ой. Выход. Отличный выход. Без шансов для Фрайберга, с шансами для Фифларена. 2 в 2, Гзис, девятка, хелпа. И занес. Занес по Шнейдеру. Ну и Форест, смотри, Форест сейчас еще залезет. Форест должен сейчас вырываться, это в его стиле. Ну, прикинь, не на будет вырываться. На полной скорости. Смотри, Флюша, какой хит. Какой хитрый, на шифте уходит в ноль. Забирая при этом бомбу. Ну, с учетом того, что у Фореста позиция, тут ничего не получится, я не, думаю. Не, ну, Гзист играет на верочку. Он на девятке не смотрит дом, не стреляется. Собирается сыграть вместе со своим тиммейтом на размен. Интересно, какая бомба интересная. Ой-ой-ой. Форест. Ну, Форест такое не отпускает просто. Флюша, конечно, тоже сейчас не... даже молодец. Не пытался убежать. Молодец, были у него шансы. Ну, минус 2 сделал. Чё, вот если... Он просто не знал, где Форест находится. Хотя, даже если знал, то понимал, наверное, скорее всего, что его будут загонять в одну секунду и синхрить действия. 12-11. Слушай, будет борьба. Будет борьба. После такой бомбы Фнатик понимает, что можно еще... Вот от этого раунда зависит, будет ли борьба, потому что бай на последние деньги. Ну, если Фнатик сейчас... Джейви без гранат. А ну-ка, что быстро на скалу и под окна. Походу, да. Распрыжка, оп, оп. А чё ж так, чё ж ты так прыгаешь? Ну, распрыжка. Ну, смотри, Джейви без, без распрыжки с первого раза запрыгнул Форест с пятого. Джейви еще и тут и упал не очень хорошо. Чек, быстро мейна. Мейн заходит. Ну, это, конечно, риск. Ну, как... ну, по-моему, они здесь просто сейчас ошибаются, играют ва-банк неаккуратно, надеясь на какую-то непонятную удачу. И вот, пожалуйста, чем это заканчивается. Нет, ну, 13-11. Это стандартный раунд, просто против Непова он физически не может работать. Они играют без улицы, они улицу отдают, и из-за этого принимают четвером ап. Очень быстрая хелпа из-под девятки, очень быстрая хелпа. Ну, еще при том, что два сверху, один на 8, один на фронт, так все был, осталось. Был 9, был плент и был на лохе. Еще Форест быстро поднялся с девятки. То есть, куда собирались зайти Фнатики, непонятно. Они же знают, как играют Непы. Играют, отдают улицу. Ну и оттуда и вопрос, типа, если знают, что делают. Если знают, почему не делают так? Это даб, а ну, Фифлар надо по плите загнать. Ай-яй-яй, смотри, бомбу закрыли, все, вот денег не будет бесплатных. Ну и все, остался Флюша, Шнейдер. Шнейдер прячется, воткнулся в плент, закрыли бочки Флюша. Просто бегает, прячется от них за бочками. Да это жесть. Это троллинг просто и какой-то. И кричит, ребята, убивайте их. 14-11, раунда преимущества, НИП впереди. И остается всего лишь два раунда, которые они хотят получить для победы. Они уж точно хотят. Ну посмотри, вот еще бай есть сейчас у Фнатик, еще один шанс. Астер Джи вообще гранаты не любит. Что, опять на скалу и в аркаду под окна? Ну, по-моему, просто пойдет в аркаду. Без скалы, да, ему и так хорошо. О, видел где Трайта. Так, в этот момент его тиммейты, смотри, раскидывают аплент и не выходят туда. Похоже на фейк, но на рамп также не стянулись. На рампах... Сейчас под флешки Фронекс опять вторым заходом будут заходить.
Ап. Раз флешечка, два. Ну и давай, наверное, смотреть. Так, Devil Волк выходит. Чекать. На доме Фрайберг должен решать. И в итоге Фифларен. Ну да, Фрайберг решает, но вовремя, не вовремя, вернее, отвелся и спрей. Ну не дожал по первому, по крайней мере. Ну хоть 3 в 2, хоть 3 в 2. И Пронокс остается на улице. Об этом Форест. Где сейчас может убить? И взять раунд. Ну он сам сейчас, наверное, может взять раунд. Ну, одного закрыл, второй на улице. И с Форестом будут загонять сейчас Плент. Тут прострелы мейна. Летает флешка. Игрок атаки в Плинте. Ну, Шнейдер здесь, по-моему, не отпустит. Такое, спрей в диста и все. Все нормально. 14-12. Знаете, все-таки еще поборются. Опять же, теперь от этого раунда все зависит, потому что... Так, Вай на последние деньги и в случае проигрыша 1500. Ну да, у НИП, конечно, ситуация такая. Не, смотри, у НИП ситуация тоже с деньгами плохая. Катастрофа просто. Да, но у них есть пара раундов в запасе. У Фнатика их нет. Ну, у них, если быть точным, один раунд останется в запасе. Тем не менее, потом будут разыгрывать на ничью 50 на 50. У той и другой команды будет бай. Ты знаешь, ничья было бы неплохо. Ну да, это прибавил бы и вам тоже шансов на выход, например, на лан-финал. Поэтому я за... Ты за дружбу, да? Это вот ты за дружбу, когда это выгодно для команды. Я понял тебя, ты коварный капитан. Ну, Фнатики, по-моему, не рассчитывают тут еще брать раунды. Да, и Фифларен. Сейчас. Фифларен в аркаде убивает Пронокса. Это уже, по-моему, знак. Фрайберг. Слушай, вот Фрайберг что-то сегодня вообще никак не попадает. Я как вспомню, как он длинный закрывал на лайне недавно, буквально еще готовится, а здесь что-то вообще никак. Так, Форест. Просто интересно, как они собираются брать этот... Ну, например, Devil Волк сейчас просто... Не-не-не, все, сейчас Форест в ответ задефит и все. Остался последний Джейви, Да, убегай сейвить, правильно, что у тебя остается? Остается у него еще флешечка в руках. Нипы еще даже не сразу сели дефузить бомбу, сначала все прочекали. И оп. Ну и следующий раунд для команды Fnatic станет последним. Да. 3-5, 2-2, 3-8, 4-1, 2-8, ну да, с деньгами. Ну 2 девайса, 3, 4 даже. Ох ты ж, 2 Галила, 3 АКМа. Флюша. Так, Флюша, Джейви, два игрока, которые купили гранаты, у которых были деньги, у остальных не хватило. Одна граната у Devil Волк, и та, наверное, для себя. Интересно, сколько гранат выкинет Джейви перед тем, как умрет? Мне кажется, ни одной. Давай посчитаем. Где, ну, гранату кидать он будет сегодня? Нет. Он вообще, заметил, не любит их использовать. Есть дым. Ему нравится бегать и ставить просто хедшот за хедшотом, наверное, да? Ну, все. Ну все, закрыли выход на рамп. В итоге 4 в 3 ситуация. И ретейк от Гидрайта плюс Фореста. Спокойный, уверенный, железка занята. Смотри, бомба лежит на нуле. Форест — отличная позиция для того, чтобы убить Джейви. Принятие Джейви, да. Просто нереально. Лол. А я тут играю. Так он внук Ванги просто, только из Швеции. Ну, Фифларен, смотри, не дал себя в обиду, тоже хорошо. В итоге выходит повторно. Тут уже два игрока сопротивляются. Флюш последний на размене. Один в два. Знает инфу про флэм. Он может упасть вниз, но не будет рисковать. Фифларен закидывает его флешкой. Ой-ой-ой, ну это самый нереальный тайминг словил Фифларен. Ну это 16-12. ГГ. Ну, что можешь сказать по поводу игры команды вообще, вот Fnatic? Могли они все-таки, если бы взяли нужные раунды, потащить? Да мне кажется, тут любая команда могла. Fnatic в первую очередь должны были брать десятку за дефенс, как минимум. Но из-за своих ошибок после размена они взяли этих раундов, поэтому и поплатились. Жесть. Так, ну что ж, на этом мы не заканчиваем. Трансляция продолжается. Мы с вами увидимся через несколько минут на матче команды Na'Vi против Clan Mystic. Спасибо большое, Кирилл Карасев, да, за то, что помог разобраться в ситуации. Вперед к тренировкам, сейчас на сцену обратно. Все, он уходит тренироваться, а мы к вам вернемся после небольшого трейлера и короткого перерыва. Raise your hand.